Всем привет! КМЧ-2, воюем против Лес Мбракурс. Не знаю. Итальяна, против итальянцев воюем. Поможем перевернуть, чтобы сохранить тапочки. Пойдем на Дарка. Стрелы. А, какой стрелы? Равенство. Блин, ютуберы так долго видео выпускают, что ты как будто живешь еще в прошлом, на прошлом бонусе. Так, у нас равенство. У нас равенство, и нам надо тогда, мы не будем брать мишку. А, так, мы сюда возьмем, знаете, мы вообще без хила пойдем, наверное. Без хила тогда попробуем мы. Мы возьмем блокиратора и Локи. Так, этому отряд быстрее. Этому быстрее отряд. Короче, вся надежда. Вроде бы команда не сильная, но если все получится, то я всех переблокирую, всех убью. У нас только шал на 3000 хп, остальные поменьше. Все нормально, поехали, пробуем. Думаю, камушек будет после прошлой войны. Против Седрика воюем зелеными. Тройку справа. Так, по тройке мы собрали. Вот я вижу еще одну тройку сбора желтого. Если я ничего не напутал, то она сейчас соберется. Так, это было реально овер дофига. И мы будем вот здесь вот воровать. Так, у нас Локи не зарядился. Он, черт, это плохо. Тогда мы ультуем. С кого начнем? 1600. Так, 2700, 1600, 1800. 200, 2300. У кого брони меньше? 1500. А, я своровал. А, я баф своровал. О. На баф этого Даркфизера. Думал, откуда урон пролетел. Ну, я вижу, как зарядить. Давайте пробовать ее убивать. Она не уродчик? Нет, она не уродчик. Так, это я еще что сделал? Ой, господи. Это что, она, я не понял, она без бафов была? А, я же в нее баф своровал. Но зато мы урон нанесли. Урон этот ее убьет. Черт, я в шоке.
Как я хотел желтый собрать, если они не собираются. Нет, вот тут я нашел желтый для итар. Так, а у нас, по-моему, Финли там не ультовал, да, с урона сильно. А если я подниму здесь или здесь подниму, ладно, давайте пробовать желтым поднимать этот. Что-то я после прошлой войны вообще не собранный, и что-то я хочу немножко отдохнуть. Что-то меня выбесила прошлая война. С колеи выбила. Не знаю. Так, ты у нас можешь не своровываться. Нет, смотрите, мы своровали его. Ничего, два хода, ничего не вышло. А я могу вот здесь вот вниз, вниз, ультанет шар ультанет. И Локи умрет, но я смогу синий вправо собрать. А нет, не смогу я не собрать. Я смогу. Нет, я смогу поднять. Блин. Не, не готов воевать. Не готов. А, я не понял. Я ультанул. Какие-то вылетели циферки, типа там 5, 10, 8, 13. И похилили на 3, на 60, на 30 очков. На 30 очков меня похилили. У него запрет от синих висит. Уйди отсюда. Папа проиграл. Папа какую-то дичь играет. Поехали пробовать забивать. Очень много камня. Три собрали.
Как-то аккуратно надо собрать под бонус. Будем разгонять. Так, разгонять не будем, потому что будет слепота. Или мы весь этот ход будем собирать камень? Нет, мы давайте разгонять будем все равно. А, он ману сбросил, но не ультанул. Вон он что. Убьем его. Или может подождать, пока баф защиты упадет. Так, мы сможем зарядить, наверное, еще раз его. Три камня же хватит воду зарядить. Так. Или пройдет чистка потом. Или чистка пройдет потом. Типа ульта. Я вот не помню. Если я сейчас не ударю его. Я рисковать не буду, я не знаю, что с ним будет. У меня бизнес. Бизнес-класс. Давайте слепоту на него. Как же я устала. Трех коней камней мне явно не хватит. Так, так хватит? Хватило. Один раз промахнулся только. Очень печально. Так, и камень скинуть только в шало снова. Или в бабку. Давайте лучше в бабку скинем. Разгоняемся. Его. А, он сейчас по нам пробьет. Ульта его по-любому пролетит. Да или не пролетит? Давайте проверять. Если не пролетит, то Гензель это уникальный герой. Но я все равно буду хилиться. Две семьсот. Три шестьсот. О, как хпшек-то много. Похоже, три шестьсот. Не очень мало. И бабка, да? Давайте, наверное, сюда бить. Да, ульта сбрасывается, и он не набирает. Ох, ёлки, а мне не хватит этого урона. Блин, мне урона не хватит этого. А бабка сейчас выхилит все.
Я ударю все-таки и согрю его. И бабку согрю. Ну-ка, что первее пройдет? Урон прошел. Папа. А. Папа занят. Ну я что теперь поделаю? Молодец, что покакала. Ты вытерла попу? Да. И вечер тоже. Закрыто. То есть занято. Я хз, поэтому так ударим. О, блин, жесть какая-то. Реально жесть. Блин, ну я не рассчитывал то, что он ультанет. Так, у нас полезли. Посмотрим, 24 минуты еще осталось. Час еще 24 минуты. Давайте добьем их быстренько этих, кто вылез. На этого Дарфизера чем пойдем? Красными пойдем. Тут у нас что делает? Огню доп урон. Блин, не возьму красные. Девочанин, сюда возьму красный, да? А, сюда нет, сюда возьму не красный. Это что делает? Это у нас ворует, там обморожение. Крадет, фронт бьет по усиленным, рис, констанция. Поехали сюда. Так, вот так вот. Потом я сюда брал. По-моему, Айна брал, да? Правильно? Айна брал. Давайте Айна сюда. Нет, сюда Айна. Уля, перестань. Чего ты там сидишь? Одно и то же говоришь. Так, мы ей отряд побыстрее. Поэтому посильнее, да? А у нас же вот такой есть. А я какой взял? Я какой-то взял не тот. Ой, не тот взял. Девятьсот. Вот этот надо брать. Смотрите, все, отряд даже подошел. Отряд подошел. Сюда отряд такой. А, отряд сюда надо... Нет, оставим, наверное, на 19 пусть будет. Нет, он будет бить сильнее. Вот так вот. Все вроде. Ну да, поехали, пробуем. Поехали. Синий, второй синий. Четыре, семь.
Так, 4-7, да? Ну, мне должно, в принципе, хватить. Так, у нас воровать будут. Есть что воровать? Баф защиты воровать. Надо ли мне ХПшку накидывать или нет? Мы же даем срез. А мы защиту в атаку режем. Хорошо, мы среза никакого не будет. Ну пусть мы срежем и доберем фиолетовых. И просто подождем ход. Так будет бить эта дама из угла. Она какой-нибудь нейтраль, да? Сука, хпшек. Так, на нас ничего не срежется, там атака. Сразу почистимся от этой грязи. По 600 у них. Давайте бить 1200, 1300. А, ману забирать нельзя снять. Да мы сейчас ответочку там повесим. По 200. Так, по штуке. Может быть, мне добить? Кого добить? Ну, ее добить я точно добью. А этого я смогу добить, 1200 занести? Если не хватит. 1200 я смогу занести? Вопрос. Ну, блин, я сомневаюсь. Срез есть. Камня нету. Или уже гарантированно убить одного. А она сейчас снимет все, да? Всю грязь снимет. Как плохо камней нет под ним. Ахилл будет мощным, да? Нет, на 320. И чистка будет. Ладно, я попробую, просто рискну. Интересно мне. 1150. 85 осталось. Ничего не вылетело. Ладно, буду знать, что теперь 1150 вылетает. А неснимаемый? Нельзя снять. Фронт бьет. Не буду пока накидывать еще. Офигеть. Блин, меня спасло то, что 75 маны мы воровали.
штуку занесли нам. Так, не добрала у нас. Ну ладно, не добрала, так не добрала. Все равно, наверное, или никак мы сделаем. Мы просто добьем вот эту даму, чтобы ману не терять. Здесь порежем. Тысяча 200 занесли. Сюда еще раз. 1000 занесли. Блин, чересчур какой-то имбовый тапок выходит. 8 камней пантера и 8 камней хелл у меня. Хелл за счет костюмов, пантера за счет отряда. Все, разобрали. 3 тапка и 2 обороны. Так, у нас тут вот Клеопатра чистит Мириам. Гипноз, Кай, пантера, да? Сейчас я подумаю, чем взять. 14 минут, я могу не успеть, 14 минут. Красными сюда явно не зайду. Какими еще можно? Зелеными зайти. Давайте зелеными, зелеными зайдем. Ну, вот так вот зайдем. По стандарту. Нам надо бафы снимать. Да, бафы надо снимать. Ну, или хотя там равенство снимет. Так, так, так. Ну, давайте, урон лишний пригодится. Лишний пригодится. Саппортов я возьму вот этих вот, заново синих. Надо ли мне еще подрезать что-то там, урон? Против синих, да, синий будет сильно бить. Какие еще саппорты есть у меня? Красные, да, как бы не хотелось. Михаил есть, Михаила типа взять. Нитрой. Новороты. Так, новороты. Вот так вот тогда раз. И вот так раз. Все по отрядам нормально стало. 22, 24, 26. Так, собрали ханитру, как селитру, да? 3 камушка. Печально с камушком у нас. Очень печально. Сейчас хил будет. Попробую здесь поискать. Так, нашел. Да, нашел. Но это все равно печально. Папа, где мама? Мама? Ты же знаешь, где мама. Чем ты спрашиваешь? Да, но когда она придет? Не знаю, когда придет мама. И за 2 хода он ультанет. Ладно, пусть ультует. Ну, будем терпеть и выносить левых. Давайте снимем все бафы. Я не знаю, там Ригард ультанет, будут ли они ультовать или нет. Мне сейчас нет смысла ждать, потому что все и так снимется с них.
То есть, ну, статы их не снимутся. Самое главное, ты не помри. Вот там 1000 хп. Так, не убили мы их. 3400, 3400, 3100. Попали мы на жиробасов. Туда Ханитру. И будем сейчас... Не будем сейчас закрываться, потому что все камни полетели Михаила, а они туда просто ударили. Хватит добить нам. Триста. Если я взорву, камни полетят в эту даму. Два камня полетит, да? А ее зарядят они. Я по 150 примерно нанесу урона. Блин, я не хочу рисковать. Ну-ка, уворачивайтесь. Все уворачивайтесь. Надо завязывать с игрой, как все говорят. Реально завязывать. Девять минут. Кто тут у нас? Вишкару, Локи, Рис, Хиндаль. Кто у нас на поле есть? Надо написать, чтобы еще сидят, а, чтобы забирать. Так, попросил добив забрать, точнее приказал. А то что-то народ спит, не хочет. Клеопатра, да, Мириам. Ну тут все прям на жирку. Поэтому давайте, если на жирку, попробуем еще раз вот так вот отыграть. Через зеленые, потому что не должны убить. Так, это сюда, сюда. Мы кем будем закрываться? Как вы думаете, она ультанет, не ультанет? Ну, Хаторн тут очень слабый. Или же мне может быть, знаете, кого взять? Не с этого взять. Ксноль взять. Так, добив пошел от преда. Мне надо разобраться тут. Синий сдвину. Вот здесь будет. Что даст? Четверку даст, да? Четверку. Почти по 300 четверка. 4, 5, 6, 7. 7. 7 и ультуем. 7. Хватит нам добить или не хватит? Пятьсот, блин, 500 камень может, ну хотя два среза, один срез. Пробуем, еще плюс камушки. Да, тут мы разобрались.
Теперь будем ждать, пока там она выхилит всю эту... Всех этих... Ну, этих самых. Этих вон. Так. Вот так вот. Хорошо. Фух, ну с поля успели перевернуть. Чё по хпшке у них? 2500, 2300 уклонист. Поехали. Я вам хочу представить. Это Крекс. 1500. 1200. Блин, может выжить? Ой, я могу не убить. Ну давайте пробовать. Ну в смысле, цепочка не пойдет. Цепочка пойдет? Цепочка не пошла. Хорошо, цепочка не пошла. Тогда ее добьем. Да, его ее добили. Выхилим. 500 должны выхилить. Не будем хилить сейчас. Аккуратно попробуем пробрасывать чуть-чуть. Так, нет, я лучше так вот сделаю, камушек пробафую. Так, много камня полетело. Кого лучше убить? 200, а он уклонист. Все, давайте сюда пьем. Ой-ой-ой, какой дурак. Там же броня не режется. Забыл. Так, что у нас тут по камню? Как-то поднять его сможем? Так, наверное, поднять. Блин, полетела компа. Черт, сейчас он в нас пропишет, и мы потеряем, наверное... ...1200. Давайте пробовать убивать его. ...47 хп. Ну ладно, нормально. 47 хп. Не убил никого. Пошли уклонение. Разгон надо давать. Да, чуть похилимся. Чуть-чуть ускоримся. Успели. Что у меня получается? Два разбива. Два добив. И два шота. Последний тапочек. Красные остались, да? Выберем что-нибудь. Ну... Хочется красная команда, та же у меня не слабая. Сколько тут даркфизеров? Раз, два, три, четыре. Четыре даркфизера и тут еще всякие тут остальные тоже мощные команды. Но меня два раза шотнули. Видимо, из этих кто-то шотал. Я хочу попробовать сюда красными сходить. Потому что красные не слабые, и игнорировать их я не хочу. Машку, надо мне брать сюда.
Урон по-любому резать надо. Вот этого надо. А, он уже есть, да? Да, то уже есть. Правильно? Три Кирилла превышает, атаку режет. Да, тебе тогда отряд профильный, а тебе для 8 камней. Если 8 камней, тогда давайте Машку тоже разгонять будете. Машка у меня без эмки. Хочу такую команду попробовать. Если красные зайдут, то я смогу хотя бы его камнями запинать. А он бьет по тьме. Тьмы нету. Окей, пробуем. Рубин. Так, гипноз. Давайте дупать. 6 красных есть. Нет, есть 9 красных. Есть 9 красных. Блин, это лишнее. Как раз под равенство соберем. Фух, ничего не полетело никуда. Давайте бей в Даркфизера, потому что те оба могут не срезаться по мане. Ой, по мане. По срезу. Да, так, плохо, что снялся баф у моего гипноза. С трех ульты не убили. И это он еще был не под отрядами. Я не вижу у него бонус отряда. Да, это он не под отрядами был. А эти гады, это под отрядом. Тоже под отрядом. Этот под своим отрядом. А это не под своим отрядом. А, у него вообще отряда нет. А нет, 2700 есть. Так, ну синими мы и добьем. Но я хотел просто в пустоту закинуть синие. Так, если я комбо сделаю желто-зеленые. Желто-зеленый у меня получается сюда подъедет камень. Сюда камень подъедет. Здесь что сделается? Здесь на раз-два уедет, на два уедет, раз-два. Здесь раз. И здесь раз. Должен собраться синий. Так, синий собрался. Так, он по кому бьет? Доп. Урон синим. Так, что мне сделать теперь? Ченджи, ты у нас как кто? Ты у нас средняя. Кто-то ману замедлил, да, мне 10 маны. Я даже не буду смотреть, кто. Если я фиолетовый справа прокину наверх, синий тут станет. Это плохая идея. Блин, он может убить. Например, ее убить. 1100. Давайте здесь попробуем для начала. Может, красный выйдет. Блин. Нет, нет.
Но надежда все, если синий не убьет, мы отхилимся. А хотя сейчас та тетя похоронит. О, по синим убьет. Нет, вроде живем. Приживаешь? По 700, по 800. По 700, по 800. Поняли? По 700, по 800. 1600 руки. Она еще повесила защиту от особых навыков. Ну, крутяк. 2800 мы никогда не убьем. Так. Ты еще и монах. Ты еще монах. И у тебя 50% сопротивления негативам. И еще 75% встроенная пассивка. Тебя никогда не заблочить. Мы тебя никогда не заблочим. А они еще отразили. Ну хотя бы один бы раз. Повесился недуг. Наверное, не будем давать ему отхиливаться. Он же сейчас там меня убьет. И будет хилиться жестко. Я лучше выйду. Кажется, тут уже ничего не убью никого. Или и так. Что мы тут еще можем? Или мы тут еще играем? Блин, поле-то максимально у нас прям крутое. Так, ну если Кирилл выживет, все. Sure.